предусмотрена часть 1 статьи 275 УК, наказание лишения права занимать определенную должность, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, его семейное положение, также имущественное положение Ващенко и его семьи, возможность получения заработной платы и иного дохода судебного участия Ващенко по преступлению, предусмотрена часть 2 статьи 292 УК, наказание в виде штрафа. Основание для назначения иных наказаний, предусмотренных санкциями статьи суд, не усматривает. Суд приходит к выводу и полагает, что именно данные меры наказания будут являться справедливыми, соответствуя характеру и степени общественного подсвершенного преступления, обстоятельствам совершения личности иного смогут обеспечить достижение цели наказания, будут способствовать исправлению Ващенко и предупреждению совершения новых преступлений. С учетом обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественного опасности, поведения Ващенко до и после совершения преступления, основания для применения части 6.15 УК РФ по каждому эпизоду совершенных преступлений суд не усматривает. Имеется основание для применения по статье 64 УК РФ, то есть назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкции статьи, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений по делу не установлено. На основании изложенного статьи 34.37.39 УПК Российской Федерации суд приговорил Ващенко Алексея Валентиновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 275 УК РФ, часть 2 статьи 292 УК РФ и назначить ему наказание. По части 1 статьи 285 УК РФ назначить наказание для лишения права занимать должности, связанные с усилением организационно-распределительных административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года. По части 2 статьи 292 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей доход государства. На основной части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначено наказание. Определите Ващенко окончательное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распределительных административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года и штрафа в размере 250 тысяч рублей доход государства. Меры пресечения в виде подписки о невыдержащем поведении в отношении Ващенко прежнего до вступления приговора в законную силу вещественных доказательств.